Культура 73 – новое приложение специально для жителей Ульяновской области. Задача по разработке такого проекта стояла перед Министерством культуры еще с середины 2020 года. В 2021 году подготовили пилотный прототип программы, а сегодня благодаря цифровому направлению нацпроекта «Культура» ее получилось воплотить в жизнь. Ключевым критерием для принятия решения о включении в стратегию цифровой трансформации модели культуры была ее клиентоцентричность. Необходимо было понять, какие проблемы волнуют наших граждан, как получателей услуг учреждений культуры, как с помощью цифр мы их можем решать. Другими словами, культурные учреждения региона стали доступнее. Раньше, чтобы найти интересный фильм и заказать билет в кино, нужно было пользоваться разными интернет-сервисами, что было крайне неудобно. А оставить отзыв иногда было невозможно. Теперь же все изменится. Новое приложение мобильное, которое разработано специально для того, чтобы изменить способ доступа наших посетителей, наших зрителей к мероприятиям наших учреждений. Потребителю не потребуется искать где-то на сайтах информацию, ходить в кассу учреждений. Все в одном месте, удобно, быстро, комфортно и надежно. Это, скажем так, афиша, консолидированная всего региона, при этом удобная для пользователей с хорошими пользовательскими показателями и качествами, где нет никаких наценок, где пользователи не переплачивают за билеты, а учреждения культуры, скажем так, платят минимальную комиссию за каждый пробный билет. Приложение позволяет приобретать билеты напрямую, что выгодно для потребителя. Учреждения культуры же могут самостоятельно выбирать и выдвигать на первый план события по своему усмотрению. Программа бесплатная, она уже есть в магазинах приложений, правда, пока только в некоторых, но совсем скоро она будет доступна абсолютно всем пользователям. Александр Злобин, Максим Архипов, репортер 73.